Сегодня мы поговорим о том, стоит ли начинать играть в Человека-паука. Сравним графику на PlayStation 5 и ПК. Расскажу о плюсах и минусах игры, если те найдутся. Marvel Spider-Man вышел в 2018 году на PlayStation 4. Игр с супергероями выходит слишком мало, и каждую игроки ценят. Ну, почти каждую. Человек-паук был принят с теплотой, а игроки убедились, что данный проект является одним из лучших среди игр супергероек. Несмотря на то, что Человек-паук вышел 4 года назад, я решила сделать данный обзор для ПК-бояр, которые сомневаются в том, покупать ли данную игру. Сюжет Человека-паука достаточно прост. Мы уже все привыкли к дружелюбному соседу, и каждая история про него воспринимается спокойно. Питер Паркер уже не школьник. Он работает с доктором Октавиусом, а в перерывах спасает свой город от разных злодеев и банд. Классическая комиксная история со своими поворотами сюжета, интересными персонажами и трагическими линиями. В истории про Человека-паука нет ничего лишнего. Каждый герой и диалог вписываются в игру. Можно сказать, что история идеальна. Смотришь на нее с интересом, хочется проходить дальше, чтобы узнать, что будет. Будто смотришь кино или сериал, и в перерывах, очень длинных перерывах, играешь. Летаешь по городу, метая паутину, мутузишь злодеев, работаешь с женщиной-кошкой. Геймплей в игре плавный, он состоит из комбо-атак, и чем их больше, тем мощнее урон наносит Человек-паук. Есть прокачка, которая разделена на 3 секции, в каждой из них можно купить определенное умение. То поможет в бою или в критической ситуации. К концу игры обычно все способности можно открыть. Костюмов у паучка тоже много, и каждый имеет свою особенность. Один бьет шокером врагов, второй выпускает острые паучьи лапы, третий дает пассивную способность и так далее. Данные аутфиты можно открывать или по ходу прохождения игры, или выполняя активности на карте, а их здесь предостаточно. В принципе, вы сможете потом и поменять способности костюма, сменив их в специальном окне. Да, помимо сюжетной части, здесь есть еще дополнительные задания, активности. Победить группировку противников, собрать разбросанные по всей карте рюкзаки и так далее. Таких заданий много. А учитывая то, что карта большая, вы будете натыкаться на них часто. Задания данные не обязательны, их можно пропускать, просто проходить сюжет. Но если хочется какого-нибудь разнообразия или отдохнуть от повествования, то можно выполнить что-то побочное или исследовать карту. Лично мне всегда нравились исследования. Хотя в Человеке-пауке некоторые активности приедаются, и ты начинаешь ругаться, когда же уже это закончится. Конечно, кто-то бросит их на полпути, но другие доведут дело до конца. Как говорится, продолжат есть кактус. Хочется отдельно отметить полеты на паутине. Здесь это как отдельный вид искусства. Таких ощущений я ни в одной игре не испытывала. Они действительно потрясающие. Пускаешь паутину, летишь, раскачиваясь на ней. Игру можно пролететь от карты до карты, не останавливаясь. Это дает Человеку-пауку существенный плюс. Можно просто чилить, летая на паутине, и ничего больше не делать. Боевка в игре отличная, она похожа на другую игру, Batman Arkham Asylum, ну и другие части данного проекта. Также есть комбо-атаки, и чем их больше, тем мощнее бьет врагов Человек-паук. Эффективные добивания тоже имеются. Конечно, добивание произойдет, если вы накопите шкалу выносливости, иначе никак. А если постоянно будете пропускать удары, то комбо-очки улетучатся, как и шкала вашего здоровья. Боевые сцены и геймплей динамичные, так что Человек-паук вряд ли даст вам заскучать. К графической части игры придираться не хочется вообще. С тех пор, как она вышла на PlayStation 4, прошло 4 года. На ПК графика, конечно же, получше. Но это если у вас есть хороший топовый компьютер, разницу между PlayStation 5 и ПК можно ощутить. Реалистичное освещение, прорисованные до деталей модели персонажей. Видно все очень хорошо и четко. Авторы постарались, перенося игру на ПК. Единственный минус – лаги, которые не обошли стороной компьютерную версию. Но от них никуда не деться, будем ждать патчи и исправлений. Отдельно хочу сказать про сравнение игры для ПК и игры для PlayStation. Я играл и на том, и на другом. Конечно, разница есть, на ПК все выглядит лучше и свежее, сочнее. Но, повторюсь, не всем дано это увидеть, так как требования к железу у Человека-паука приличные. На экране вы видите рекомендованные системные требования, чтобы посмотреть красоты города и каждую паутинку посчитать. Не у всех такое потянет. Лично для меня нет разницы, я бы поиграла на любой платформе. На PlayStation 5 игра выглядит не хуже.
И если вы не графа Дрочер, то вам будет неважно, какая графика у Человека-паука и на чем лучше играть. Версии для ПК лицо Питера Паркера тоже поменяли, как и в ремастере на PlayStation 5 в свое время. Я играла в первую версию и уже привыкла к старому лицу паучка, а тут нам выкатили ремастер и зачем-то заменили лицо. В принципе, можно дождаться модов и поиграть за другого персонажа. Может, даже появятся паучки Тоби, Гарфилда и Тома из фильмов. А может, я вообще хочу за черную кошку играть, которая паутиной стреляет. Такое там тоже есть, правда, мод пока не доработан. Возможности версии на ПК все-таки больше. С модами играть интереснее и веселее. Правда, некоторые из них хардкорные и странные, но это уже другой вопрос. Ругать Спайдермена вообще не за что. Ну, пожалуй, кроме багов на версии для ПК, больше говорить не о чем. Игра вышла потрясающей. Здесь есть все. Колоритные злодеи, интересный сюжет, проработанный большой город. Да, возможно, побочные однотипные задания и исследования карты могут наскучить, но ведь это не главное в Человеке-пауке. Интересная боевка и сюжет, вот что важно. Игра вышла на ПК и показала себя очень хорошо. Графическая составляющая выдает отличную картинку. Что лукавить, она, конечно же, лучше, чем на той же PlayStation 5. Но, как я уже говорила, для ультранастроек нужно соответствующее железо, так как ведерочка данный продукт вряд ли вытянет на высоких настройках. Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли проходить игру, то я вам скажу так. Если вы поклонник Человека-паука или игр по супергероике, то безусловно берите не раздумывая. Игра способна затянуть надолго, она вызывает позитивные эмоции, и вы не останетесь равнодушным после ее прохождения. Кстати, на подходе аддон про Майлза Моралеза. Я слышала, что он выйдет осенью, так что ждать осталось недолго. Если вам помог мой обзор, ставьте лайк, чтобы помочь каналу в развитии. Не забывайте оставлять комментарии и смотрите мои обзоры, а также другие ролики. Спасибо всем, кто посмотрел до конца. Играйте только в хорошие игры. Всем пока.